Привет! С вами Зажигалочка. Продолжаю знакомить вас с Латвией. Сегодня мы едем в Видзему. Это центральная часть Латвии. Давайте посетим городище Арона и источник в Маденском крае. Раскопки возле городища показывают, что люди жили здесь уже в 11-12 веках. Люди прошлого были абсолютно уверены, что крутую гору сбили солдаты в шапках. Через городище проходил старый важный военный путь из Пскова в Алуксне, Цесвайне, Берзауне, Калснову, Кокнесе. В настоящее время, благодаря предприимчивости Лауриса Галыня, Арона стала приятным местом для остановки или для отдыха. С вершины горы открывается великолепный вид на ближние и дальние просторы. Привет! Мы у горы. Да. Вот-вот у этой. Холодной. Ледяной. Вот. Вот! А у подножья горы посетителей радует прозрачная вода. В зимние месяцы на роднике образуется ледяной фонтан, иногда достигающий высоты многоэтажного дома. Как пишет сам Лаурис, светодиодный источник – это особое место для воды. Гора Арона сохранила эту воду с ледникового периода. И мы ее обнаружили. Мы уже получили анализы очень высокого качества воды. Анализы и документы выставлены на нашем новом стенде на горе Арона. Родниковая вода высокого качества доступна бесплатно. Если вам придется проезжать мимо, обязательно побывайте в этом месте и попейте холодной, чистой родниковой воды из источника Арона. Подпишитесь на мой канал, смотрите. Узнавайте новое, путешествуйте и радуйтесь жизни вместе со мной. Ваша Зажигалочка.